Тебя никто не узнает. Вот видишь, товарищ, он идет сейчас с тренировок. Да. Полдесятого, 10 часов, чтобы к нему не приставали, да? Из-за угла так, ух, и все, всех напугаешь, круто. Не вабы. Вот видите, какой со мной брутальный парень идет. Все, мне сейчас не страшно до дома дойти. У меня защита есть такая. В технику ли? Где он? Вот я говорю, вот я сейчас, нормально все. Парень в техникуме учится, оказывается, электромонтер. Здесь у нас Нурникель же, да? Угу. Ты в него пойдешь работать? Yes. Да, yes. Нурникель, здесь все. Градообразующее предприятие. А нравится, да, фильм ужасов? Да. Очень прикольно смотрю. Скажи, вот этот, оно сейчас, это уже не то, да? Какие тебе самые нравятся? Мне самые нравится ужасные? Дженсен Вулф из пятницы 13. А эти как они? Пилы смотрелся? Пила. Да, пила. Все 8 серий смотрел, да? Да, и Преистории, да. И Стенечка. О, теперь видно нас. Гига-га. Вот. Короче, значит, пила 8. А этот смотрел? Кубы. Ну да, все. Потом платформа. Смотрел? Да, Чайки тоже. Ну вот, поэтому человек любит фильмы ужасов. Слушайте, спрашиваю, говорю, хочешь в армию? Да. Говорит, хочешь в армию, понимаете? То есть ему сейчас 17 лет, 18, пойдет в армию. И вот на тренировках с ним познакомились по боксу, и он это говорит, ну сначала надо натренироваться, быть сильным, да? Да. Чтобы в армию идти. Ну да. Так что вот так вот, молодежь у нас. Не куришь? Нет, не курю. Красавчик, понятно. Я уже бросил, нельзя курить. А, бросил, уже курил? Да. Я с детства, я не понимал когда-то. С детства, что ли, курил? Ну да, когда... Во сколько ты начал курить? Я где-то 13 лет курил. Значит, 13 лет курил? Да, да. В твои 17 ты... Я думал, ты... Я бросил, нет. Я не курю больше. Я первый раз начал курить, знаешь, когда в первом классе. Меня привезли в деревню к бабушке. И там, ну, как бы, все были... Ну, я познакомился со старшими, но они на год. Они же в школе учились, первый, второй класс. И они там курили, бычки собирали, еще что-то. И, ну, было западло не курить. Я начал курить такой прям, знаешь, там нормально так, папиросы курили, первый, второй класс. А потом меня мама забрала в город, в Владивосток, а там никто не курит, поэтому все такие правильные, городские. Ну, я как бы и бросил. И все, я после этого больше в жизни никогда не курил. Чуть-чуть в армии покурил, ну и то, потом пришел домой, то и бросил. Ну да, в армии